Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Всем доброго утра! Мы идем кататься на самокате и запускать бумеранги. Да? Ой! Так, ты, пожалуйста, держи его в руках или давай я его понесу. Хорошо? Ты сам хочешь? Ну как-то что ты его сюда запер, да? Как ты его сюда запер? Давай матери, а ты на бумеранг неси. Так, мы уже на прогулке. Я, правда, еще этот не запускала, потому что хожу за Афонькой. У нас такой спорт, да? У мамы ходьба, а у Афони езда на самокате. Всем хорошо, да? Сейчас будем кидать бумеранги. Давай. Давай, давай, кидай. Опа. Ну, беги за ним. Ну, да, почти. Надо просто... Ты его запустил и чуть иди вперед, хорошо? Да. Да. Вот, иди чуть вперед. Ну, почти даже к тебе вернулся, да? Давай, Афонька. Нет, вон, вот так тебе, смотри. Вот так. Ровненько, вот так, да, ровненько. О, получилось. Получилось? Только чуть-чуть получилось, да? Оба, закруглился. Чем? У Гриши тут Battlefield Challenge. Флип, да? А чья то красная кепка же не наша? Там хоть не карате Киокушинка? Вот твоя, нет, это... Это такая площадка во дворе у Башки с детской. Oh, yes! Ага. Гриш, ты подними ту кепку, положи ее на эту. Ты куда? На Крисю? Да. На мостик? Ин уже спецназ с автоматом. Антоха на скейте. Ух ты, молодчина. Спецназ уже там в кустах лазит, народ пугает. Антоха учит меня кататься на скейте, да, сынок? Собирает этих собачек. Да. И деда учит. Но... Быстрее. А кто к нам приехал? Кто к нам приехал, молодой человек? Да сейчас мы по очереди будем, да, молодой человек? Молодой человек. Я приехала, давайте быстро ешьте и все на море. Чем мы сюда приехали? Ну да, мы же не в аквапарк приехали. Мы же не в аквапарк, мы же поесть. Аквапарк-то можно и перенести. Да. Дама в шляпке собралась на такси ехать на море. Вот, в общем, на море. Заказали мы два такси, и теперь сейчас поедем на море, родня. И мы тут все гуляем еще на площадке. Ждем такси. Какое мы там заказывали? 5 двоек, короче, да? Потому что Яндекс.Такси нет свободных машин. Все счастливы, тут даже белье сушат вот так вот. Круто. Вон Марго катается. Ну что, уже вызвали. Всеми хабарями. Главное, кота с собой не взять. Приехали мы на пляж. Такси нас взяло 150 рублей за 4 детей, за меня. Там еще и крокодил. С крокодилом фоткаются. Подожди. И Афоня, иди сюда. Нет, мы ждем сейчас тетю Веру. Афоня, все держатся. Зоя, иди сюда. Мы потихоньку спускаемся. На пляж Каменка. Подержится, да, красавица моя? Идем на горку. А ты зачем полотенце, мадам? На всякий случай. Вытереться ты хочешь?
нашли. Идем. Пошли же, Юня. Идем в аквапарк. В общем, нашли дорогу, где можно коляску поднять. А тут часы, Надеюсь, да? Ты рассказала своим подписчикам, какое классное такси есть. Да, которая приехала. Ой, которая приехала, смотрит. Но нас оно забрало, да? А вторая машина, и да, вот Радю не повезла. Так, нас было четверо взрослых и маленький ребенок. Ну, в принципе, это не проблема. А у вас было, блин, сколько у вас детей было? У нас было четверо детей и взрослая одна. Да, вот именно. Как это? Ну, вообще, короче, кошмар. Хорошее такси, да? А нас за 150 рублей прекрасно довезло. Нет, я понимаю, если ты, вот такси приехала, и ты не, ну, как бы, да, отказался от него, вот я буду смотреть, да, как на врага номер один. А такси может себе позволить приехать и отказаться от тебя, деньги, да? Мне не понравились, я вас брать не буду. Да. Вообще. Хотя нас вчера до... везло до парка также оно же. Да, какой-то такси неопознавательный знак. Ну да. Какой красивый вид. Красота. Я тут увидел святой. Ух, прям такой святой, Григорий. Я специально встану. Ходить на уроки рисования. Я лучше стану безжалостным убийцей. Гриш, вот не говори мне такие слова. Мы дошли до аквапарка, вон его уже видно. Молодец. Вот, так что идем сейчас в аквапарк, узнаем, что там, но там, по-моему, смены не очень удобно, и скоро смена до 2 часов, вот через 1.5 часа она закончится. Вот это аквапарк, ну сейчас пойдем узнаем, может быть, мы во вторую смену пойдем, аж в 3 часа. Ну сейчас пойдем все узнаем. Может, нам во вторую смену, мы же сразу не пошли, а вторая смена с 3 часов. А сейчас только 12.30. Какая красота жемчужинки. Пошли на Каменку, но здесь возле аквапарка вот такие вот клевые лужицы. Что, тут теплее, родня? Я бы такой, вот знаешь, сколько поездка и поехать в поездку. Да? В аквапарк. Ну подожди, подожди. Они тут, короче, в лужице все плавают и купаются. Ну как тебе, сынок? Тут, по крайней мере, вода прям горячая. Очень теплая. Вот на вот этом вот, на вот этих горках покатался. Правда, вода еще прохладная, да? Ну, мы попозже еще придем, нам тетя сказала, можно, да? Афанасий! Афань! Что ты там делаешь? Ныряешь? Гриш, ну сядь еще раз, тетя ее сфотографирует. Родня, фоткай. Чела. Ага, рыбок тут. Рыбки прям плавают. Все, мы уходим с пляжа. Все сейчас как-то будем влазить в одну машину. Решили, что не будем таксистов выручать, которые не хотят нас возить. Так что будем сами ехать. Да, Зой? Нет, сейчас пока не купим. Посмотрите на меня, я выспалась, не могу идти в парк. А родня у нас гигант. Родня не выспалась и не может. А родня, в общем, все выспались, Коля только заснул. Когда мы уже собрались идти подъезд и в парк идти. Ну, в общем, это как называется? Называется. Как всегда, как родня, стол не разобрался. Ой, блин, я не ту камеру включу. Вот этот гигант из Астрахани. Я не знаю, как мы сейчас его порежем, ну как-то начнем. Надо есть, потому что башки с девушкой, его я не знаю, на год. Да, его. Да. Телефон! Вот теперь дерутся из-за телефона. Вот как ехать в парк нам сейчас? Никак! Кнопа! Свою территорию. Дай мой телефон! Поставили машину. А мы не могли за...
затерпеть, чтобы поехать в парк. А Коля плачет, то, что его так, ведут в парк. Мы дети, идите сюда. Или машину на каком-то таких вот, в общем, не знаю, на какой-то такой суперстоянке. Ты выбрал? Подожди, а где тетя или дядя? Давай сейчас спросим, подожди. Афонь, ты только смотри. Афоня, короче, счастлив на мотоцикле. Ты с ним, Гриш? Сбылась Афонина мечта. Афонь, смотри вперед. Надо куда смотреть? Афоня. Зоя здесь. Серый на Сигвее. Да? Сигвее называется? Зоя на Мерседес. А, на Фольксвагене. Меня, короче, управляет. Тормозить успел. Марго, уйди. А то Афоня отдает. Афонь, смотри, куда ты едешь. Значит, время закончилось. Афонечка, вставай. Сейчас ждем еще Антона. Антон на Сигвее на этом. Или что это? Как это называется? Вот Антоха едет. Ты тоже хочешь? Не, я в Тире хочу. Хорошо, мы поняли. Я куплю обезьянку. Да? Это я с одной пальпочкой вам повешу. Мама, ты можешь? Мама, ты можешь? То есть я не понимаю, тут засекает? Ну конечно, тут на аккумуляторе. Ну, что это? Сколько это стоит? Спроси. Сколько? А сколько это стоит, Афонь? Пойди сначала спроси. 100 рублей. Короче, Гриша опять тир. Что это, Афонь? Ну сейчас пойдем еще поищем тир. Пошли, гля, какой клевый мишка. Привет! Фото с медведем платное. Ну еле идет, да. Тош, ну куда ты перелазишь? Ну не надо. На танках сейчас будут по 30 рублей сегодня скидки в парке. Афония 30 рублей и... Все, можно их сажать? Да. Сейчас, подожди, мы их же подождем. Боя, стреляй! Пись, пись. Ну и у тебя тоже. Зоя, пошли с нами. Антош, вот билетик. Антоша идет на вихрь, на цепочке. Нет, я себе сюда не покупала билет. Сюда Антон один идет. Зови Афоню. Ты сейчас полетишь? Вера, может, на лебедях хотят? Ну, лодочка это тоже классная, да? Это лебеди. После лебеди. А, да? Да. Если мир решил разлучить нас на земле. Милиесы ком. Я буду вас ловить. Тарет или это что-то скрипит? Ну я тут с ветерком. Она тоже классная. Гуси-лебеди здесь называется. Все, Антоха приземляется. О, вы приземлились, ласточки. Серега, ласточки вам начали, да. Только приземлились на землю почему-то. Ну как? Как ты там полетал, сынок? Понравилось? Не страшно? Да вообще адреналинчик. Где ты хочешь, Зоя, где? На кораблике? А с кем ты будешь? С Лоей.
Мам, пошли с нами. Брать лол не могут. Гриша нашел тир. Теперь доволен. Ты сколько уже? 4 раза? 4 раза попал? Попал? Молодец. Антоха! А эти просто посидеть. Не надо лазить. Афонь, пошли до Гриши. Попал. Ну так не бойся, попадает, там падает. Так у него она пошла. Ну значит где-то мимо пролетела. Гриш, не это, не торопись, сынуль, прицелься хорошо. Спасибо большое. Покажи, что у тебя радуга. А вон мусорка, если хочешь эту. Уже да. Пошли, теперь Антона подождем. Ты переживал, хотел все выиграть. А надо было 5-3 попал, да? Сейчас пойдем рыбу. А пошли рыбу половим, а Антон к нам придет, да? Антошенька, Антош, ты когда докатаешься, мы вот там будем рыбу ловить, хорошо? Да, ждать. Вон. Понял, зато будет сейчас рыбу ловить. Он не помогает. Не помогать тебе? И сиди, да? Здесь? Ловится даже быстрее. Да? Может, я на такую рыбалку ходить? Я да. Афонь, ты что-нибудь поймал? Тебе ж не надо помогать, да, Афонь? Поймал, мам. Понятен. А то я ловлю, глянь, зеркальный кайф. А по времени сколько хотим, можно ловить рыбу. Гриш, осторожно, не брызгай, Гриш. Видишь, оно брызгает, ты так не брызгай. Купили шаурму, которая просто целый лаваш, да? Пробуй. 120 рублей, да, Стёп? А это с сыром я взял, 130. А, это 130, тихо, да? Тихо, смотри, как ты кусаешь. Стрелять. Давай, потихоньку только, не торопись. Можно? Ну как он поймет, куда они? Ой, давай еще, пусть. Понял, а понял. Ну что, все далеко, да? Где ближе шарики, там и стреляйте. Давай, ну давайте уже. О, молодец. На последнем выйди. Последний. Нет, пошли. Сейчас подожди. Я такие браслетики, мам. Такие браслетики, они светят. Да? Да. Все, пошли, покажи. Да, пойдем. Что, мы отдыхать? Почти 10 часов. Дети выгуляны сегодня настолько, что они уже спят. Тут Гришка, я говорю, даже Гришка ничего не слышит, уже спит. Все, всем до завтра. Мы завтра домой. Быстро проснемся, позавтракаем и домой.